Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Всем здорова, ребятки, с вами по-прежнему Верфони и Бобби, и добро пожаловать в игрушку под названием Who is your daddy? Всем обобус, дорогие друзья! Здорово, Джоаким! Ну что ж, ребятки, у нас вышло обновление, игрушка обновляется, и в ней добавили новые предметы. Сегодня мы будем по-новому издеваться над Бати, а также по-новому умирать и угорать, поэтому ставьте лайкусик, если успели поставить за 3 секунды, вторая попытка, заранее огромное спасибо. Первый папа, над которым сегодня мы будем издеваться, у нас, конечно, Андрюха. Фоне, мы с Бобисом маленькие дети-шкодники. Ну и давайте же узнаем и посмотрим, что же такого интересного, нового добавили нам в игру. И посмотрим, парни, что там такое вообще интересного так, есть. Погнали смотреть. Ого! Смотрите, там новый гараж! Это я его построил. Это какой-то сарай. Папа, полечи меня, я умираю. В смысле ты умираешь? Я не понял, а я что-то съел, Спасибо. Поешь. Фух, так, ребят, смотрите, добавили какой-то сарай, какие-то кресла еще добавили. Ничего себе, убрали деревья, кстати, бесконечные. Вот это кайф. А что там? О, вот это прикол! Что там в гараже показывают? О, битва! Здорово! Ну что, устроим дерби? Садись, Бобян, садись, садись! Давай, давай! Это газонокосилка какая-то другая! Едет забивать, едет воевать! Бобян, погнали! Забиваем дерби! Опа, под батю заезжаем! Что вы сделали с моей рукой? А ты где? Бобян! Кто, я в машине? В какой? Твоей. А у меня ты пропал! А, нет, я вообще в доме как-то сижу. А что? Чего? Заедьте за мной. А как оно, друзья? Вот такие баги у нас появились, конечно, это прикольно, блин. Мы играем немножко раньше обновления, через секретные всякие пароли там. Садись, Бобян. Сейчас, бегу. Там смотри, там еще тоже какая-то штука новая. Пойдем посмотрим. Ну-ка, бать, отойди. Давай, ща. Бобян, ты опять в доме, что ли? Да походу, но я сижу в твоей машинке. Ну ладно, отойди, бать. Смотрите, поехали, друзья! Кто первый? А здесь дробилка! Ничего себе! Давай, Бобян, как-нибудь батю туда сейчас засунем. Да блин, я опять в доме. Ну беги сам, мы ну, уже. Да, тут... да, сейчас. Мы тут у дробилки у какой-то на улице, тут ключ. А что за ключ? Какой ключ? А, нифига себе, ключ надо вставить! Золотой! Я активировал дробилку! Нифига себе! Ого себе! Ну шо, Бобянчик, я, наверное, в дробилочку? Или давай, давай. Или она лучше батю? Работает. Работает. Давай, давай, она батю. Крутится. Давай сейчас батю. Давай, давай. А где машины? А где, где? А Бобис, кстати. А Бобис идет. Бобян, я за тобой. Да я бегу, бегу. Косилка исчезла. Застрял! Я застрял! Парни, машинка застряла. Давай, врубись. Теперь я застрял здесь! О, ноу! О, вылез, вылез! Вот это поворот! Вылез, вылез, Брюс, вылез! Опа, батя сбил! Так, Бобян, ну что, может, дробилку тогда прыгнем сами? Батя не будем? Садись, 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 братуха! Я опять в доме появлюсь! А, ну ладно, беги так! Ну что, я прыгаю в дробилку! Батя! Ты не пройдешь! Сейчас тогда тебя засунем туда! Только через мой труп! Пошел отсюда! Давай, давай, давай! Батя, лезь ко мне в дробилочку! Опа, вытащил лота! Бобян! Давай в дробилку! Он сосет, он работает! Почему вы засаживаетесь? Все! У меня из дробилка пух остался только! Я по лесу съел! А я в дробилке, парни, меня раздробило! Я все, я теперь где-то непонятно вообще! Нифига себе! Вот это, друзья, угар лютый! Вот это бомба! Ну что, парни, давайте попробуем батю туда запихнуть. Давай. Оно для дерева вообще-то, непослушных детей. Ну так ты дундук, блин. Так, она работает? Все нормально у тебя? Ну да. А у меня что-то не работает, но, видать, баги. Так, встань-ка, Андрюха, ровно. Слышь, вот так, прям ровнее. Так. Ну, что такое? Ну ровно встань прям. Ну во. Я встал вот ровно. Так и стой, так и стой, Вавиан, я сейчас буду кидать него. Давай, я подальше стану. Туда! Понятно. Чё вы делаете? Я сейчас ключ вытащу и все. Не-не, бать, стой, стой, я сейчас его врежу. Стой, иди туда, сейчас попробуем. Включай, 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 Андрюха. Да она включена, она работает. Скидываем, скидываем, ребят, батю. Оу! А, заживало, но, блин, не идет, батёк. Не хочет. Я слишком толстый. Так, еще раз, попытка номер два.
туда, о! Давай попытка! А все не получится, я не влезаю. Никак, друзья, его не запихнуть в эту дробилку. Ну, слушайте, было бы прикольно. Ну, вообще, в принципе, Андрюх, у тебя там вот рука-голова одна заходит, так что неплохо. Ну, нормально, технически работает. О, голова туда попала! Нифига! Так быстро сами туда пошли, в эту мясорубку. А если мы попадем туда с Бобисом, мы выиграем, да, Вовян? Да. Давай ты первый залазь, потом я, слышишь? Да, беги, беги. Давай, давай, сейчас пусть он добежит. Я запрещаю, эй! До свидания, беги быстрее, Бабиан! Да я, блин, бегу со всех сил. Давай, со всех сил. Сейчас, короче, ребята, и Бабиан, а потом и я запрыгнем, и все. Там Батя в кустиках затаился. Нет, Бастя пусть лежит, хищник. Баста. Туда его! Я выхожу на охоту крепкую. Давай, давай, падай, давай. Вы, беги, беги, давай, Бабиан. Давай, давай. Беги, 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 быстрее, бабись! Она выключена, блин! Она включена, у меня включена, Бабиан, это баги! Она работает! Залазь туда, она работает, Бабиан! Иди отсюда! Ну, залез! А что у тебя ничего не происходит? Включить надо! Она у меня работает! Работает она, надо, чтобы ты поглубже залез! Бабиан, ты что, выключил? Ну, включил! Подожди, стой! Отъедь, блин! Ну, отъехал! У вас тут ДТП, товарищи. Поехали, Бабиан, туда. Как оформлять будем? Бабиан, вылазь! Заживало, нет? Ну, не знаю. Бабиан! Не жует, что? Что она не жует? А меня зажует? И меня не жует? Парень, все, а, нагнись, Бабиан, нагнись! Нагнись на С! Нет, нагибайся! Да, заживало! Что вы сделали? До свидания, батя, мы победили! Точно, точно. Ну что, побезяк, давай умрем по-новому. Давай, да. Погнали. По какому новому? А сейчас узнаешь, Вась. Опа-па-па, батя безумец. Друзья, ну это прям угар. Добавилось столько багов из-за того, что мы в экспериментальной версии. Кстати, парни, тут какие-то... стулья. О, нифига там летел, Вась. Ну-ка, что это такое? А как так быстро бегаешь? А я выпил соды. О, смотрите, мужики. Бой, суета батюшкая. А вы можете так же сесть туда? Ну-ка, сейчас протестим новые эти стулья, кресла. Вот это кресло, ребят, вот это лайкусик за них. Бай! Парни, ну-ка. А вы где вообще? Я сижу на кресле. Ты можешь так прыгать? Нет. А если я сяду не, с тобой? Я могу полететь! О, нифига себе, а если я с тобой рядом сяду? Что это будет? Это новая машина, давай садись. Ну-ка, ну-ка. А, я не могу сесть. Давай, до свидания, братан. Давай, до свидания. Бабиан, ты бы тоже сел бы рядом. Бабиан пошел к тачке, все ясненько. Опа. Здорово, бать. Давай, это батл, иди сюда. Давай, кто кого порвет, давай, иди сюда. Я тону, братуха. Малой! Ты что там на газонокосилке? Сальтуха! Ну-ка, давай, на батут погнали. На, пойдем, я сейчас отсюда. Опа! Давай, удачи тебе, папочка, давай! Бабиан, а ты что там взрывтись? Воду кашу! Так, давай, я уже на батуте почти! Бой! Оп, а я перелетел, батут! Давай! Вау, нифига я летаю! Вот это топовое средство передвижения, я улетел, а не малой, улетел. Блин, так, Бабиан, ты что тут суетись, здорово! Я хочу тоже на батуте. Да на каком? А там прыгает эта газонокосилка? Спасибо, ты батут наш выкинул, блин! Я в космос улетел! Бабиан куда-то улетел, друзья, все ясненько. У меня ребенок поехали. Улетел в космос, к сожалению. Я вниз лечу! А ты к нам вернешься? Нет. В смысле нет? А вы наверх посмотрите. А где? Вот, я прям на бат... Вот, лечу, батуту. Где? Вот, приземлился. А, вон он, так тебя вообще фигу видишь. Газонокосилки теперь нет. А, ты газонокосилку потерял? В космос отправил. Понятно. Да я кому-то сяду. А как, к Андрюхе попробуй сесть. О, давай, есть, братан. Бабиан, тут новая одна стоит, возьми ее. Да мне, блин, бежать до нее далеко. Ребят, а вы умирать вообще будете? О, два суетолога, смотрите, друзья, два беса. Здорово. Настоящий чел, а давай посидим просто. Давайте посидим. В тишине, спокойствие, как говорится. Ой. Излишние суеты, пап, ну ты сидеть, что ли, не умеешь? Смотри, сколько сальто. Неугомонный. Бой. Ты неадекватный, у нас батя какой-то, да, Бобби? Бой. Ты в жопе у него. Кстати, а газонокосилка, она осталась, ребят. Там она вот с другой стороны дома. Полетели. Вот она. Ага. Чё, куда вы там, малы? Вот она. Куда вы там? Может, вы к дробилке хотели или что? Да, ты читаешь наши мысли. Я вообще-то кашу траву. Ну, коси. Молодец. И сейчас вас скашу, блин. Давай. Бобизяк, погнали, устроим суету. Кстати, давай. Ребят, насколько я понимаю, в доме ничего не добавили, только на улице. Давайте я включу вам.
Все, лезьте, лезьте, она работает. А включите, зачем ты достал ключ? Ключик, ключик нужен, подожди. А нафиг ты достал его? А я не доставал, он сам. Ну он у тебя, все, лезь. Подожди, стой. Все, включил, залазьте. На С. Ой, не работает. А как вас отсюда достать? Включи, но меня нажимало, кстати. А ну, опа, минус Бобиан, давай, давай, Андрюха, тебя теперь. Бобби, брат! Вот, от Бобби остались только перья одни. Прах праху, куриные перья, петушиные. Вот это дробилка. Давай, Андрюха, лезь туда же. Тогда должен меня был спасать вообще-то, нет? А, точно. А, ну все, пока тогда. А я ключ выкину в бассейн. Хочешь умереть, иди найди. Туда, все, ребят, выкинул. Ах ты импостер. До свидания, малой. Полетел, полетел. До свидания. Давай, я пошел за ключиком, давай пока. Давай, я тебя сейчас остановлю, малой. Как ты меня остановишь? А я вот так встану, блин, преграда, и все. Меня не остановить. Конечно, сейчас. Я урка. До свидания. Урка. Что ты делаешь? Я тебя не пускаю в бассейн, малой. Да что он не проходит, что такое? Ну-ка, стоять! Ключ, стоять, ключа нет. А, что это такое? Нет, ключа, как взять? Да, опа! Опа! Тихо! До свидания! Ты что сделал? А ключик-то у меня маленький, а ключик-то мой. Блин, так жалко, а где ключ? А он у меня, хочешь ключик? Иди и забери его. Ключ, капец, не могу найти ключ. Ой-ой-ой-ой! Жесть! Понятно, затащили. Так, ребятня, у меня есть одно условие. Я пойду кататься на газонокосилке, вот такое условие. Только дробилку не залазь. Хорошо, мы не будем. А в доме, друзья, реально, нифига вроде как не обновили. На первый взгляд мы тут бегали, искали. Что-нибудь, да, парни, посуетите, нифига, блин. Да. Я пошел, короче, возьму новую машину, вот эту газонокосильную, и на ней поеду кататься. А давайте гонки устроим. А давай, ты... Погнали. На газонокосилке, Андрюха на машине маленькой. Не, а я на этой штуке. Все, Андрюха, иди бери тачку маленькую. Все, я почти взял, короче, новое транспортное средство. Бобян, ты как там, Андрюха, пацаны? Да. Я на месте. Все, ваши агрегаты готовы? Да. Обезьяна за рулем. Так, а как будем? А, давайте вот сюда, там вот почише. Выровняйте. Ну, почище. Вот так вот, вставайте, парни. До забора кто первый, тот и выиграл. Сейчас я назад отъеду. О, нормально. Пусть Андрюха буст не использует машинки. Да-да-да, Андрюха, без буста. Да-да. Честно. Без буста, честно. У нас же нету, вставай, паркуйся. А тут есть, ну ладно. О, Бобян, ты походу проиграешь. А я думаю, мы там не проедемся вместе. Проедем, проедем, смотри. Нормально, места хватает, Бобби. Ну что, друзья, форсаж! Подождите. Вставай, на старт. Внимание. Марш! Рванули! Парни, жуйте пыль. Глотайте. Я первый. Вот это кайф. Андрюха второй. Ну а батя проиграл. А я первый, я просто уже этого дождался. Едем, едем. Опа, батя, мы тебя сейчас... Давай, гаси его! Подлетел вообще! Мужики, я в космосе! Пока! Я в космосе! Я падаю вниз! Вернись к нам, брат, мы все я на доме! Я упал! А вот оно и дерево, друзья, интересное! Давайте, пацаны! А, кстати, батут все улетел! Ага! Ну ты сломал батут просто и все! Я мой этот... Что? Мячик сожрал! Ты мячик съел? Да! Это был лучший... А вот это что за секрет? Где? А вот. А, так он же и был. А что это? Камень! Где? Я первый раз увидел камень! Нифига. Я его съел без того, чтобы кинуть! Обезьяна увидела камень, орудие труда. Ё-моё, сам ты обезьяна! Я хотел кинуть камень в папу. Тут еще вилка есть, бать, тебе вообще хана. О, копай, копай давай. Я ее взял с собой. Кола, Бобян, покорми меня, иначе я умру. Ой, блин, час. Да. Бобян, корми. Я хотел, блин, камнем попасть в батю, но, друзья, не попал. Ну, камни, чё, по-моему, офигел, были все время, да? Ага. Ну, я не видел ни разу камень, кстати. Либо, друзья, камень добавили, либо они реально были, мы просто слепые. Все, все, Бобян, я поел, я поел. Господи, я сам таблетки сожрал. Ну, тебе повезло, Бобян, что сынок умнее бати. Это да. Погоняем! Погоняем. Андрюха, конфетой подзарядимся или шо? Да я уже подзарядился, братан. А я сейчас сам подзарядиться хочу. Ты хочешь как уля сделать? Не, я просто хочу полезать леденец. Опа! А теперь я под леденцом сделаю как уля!
Оу! Нифига себе! Это турбообзор, друзья! Турбо! Турбообзор! Максимальный Шрек! Так, Андрюха, я сейчас сдохну, надо похавать, блин, батя не лечит детей. Время не лечит. Нам сдохнуть надо, кстати. Ну, умирать, Андрюх, я предлагаю все-таки новым способом, с помощью дробилки, да. Не надо. Я поехал ее включать, Андрюх. Слушай, у тебя моя рука нормально выглядит или как? А, нет, ты, кстати, как зацепился за дверь, так и остался. Да. Так я этот, получается, знаете, кто из вселенной Марвел? В тросе. Гнется. Эластика. Нет. Вот, я эластика. Есть самая быстрая рука на Диком Западе, а ты самая длинная рука. Это хорошо, братанчик. Длиннорукий, да, Андрюха? Длиннорукий бандит. Не тот орган в длину пошел. Вот-вот. Не туда его все-таки. Так, ну че, давай дробилки, Андрюха, я включаю. Минута! Давай. Ключик дай-ка, ключик давай. Куда собрались? А покажи ключ, батя, А ключ вон лежит. Где? А вон там, вот покрутите его. Сверху? На полу, в траве. Где? Вот он. Где? Вот он. А, вот, ну давай. Да вон он лежит. Куда ты кинул? Аборт, смотри, что делаешь, как троллит, а, говнюк? Димон, прыгай в бассейн, я сейчас сдохну от Шрека. А я не смогу прыгнуть, где ключик, Андрюха? Садись, тачку, его не вижу. Какую, блин, я тебя съел? Съешь меня! Но я не успею! Тачку и умирай! Я не успею, Андрюха, 10 секунд. Давай, Димон, ты я не успею, надо было дробилочку включать. Включил, Бабян? Да. Ну давай, где ключик? Да, я включу. Да я, блин, потерял его. А, нету ключика? Ну ты даешь. Короче, ребятки, Бобис победил в прошлый раз, выкинув ключ, но мы все-таки хотим закончить красиво, поэтому давай, Андрюха, я сейчас включаю, мы лезем туда. А я сейчас как раз таки тут покакаю, чтоб все было хорошо смочено. Чтоб вся тропилка была в говне, правильно, Андрюха, правильно. У тебя работает, Андрюха? Да, работает. Давай, умирай, Андрюха! Давай, какашечный! Белые хлопья, блин! А у меня подкрасились, да, не коричневого, Андрюха, в цвет какашек были. Обдристал. Видать из-за этого. Так, ну что, Бобянчик, финальные слова твои. Ну пока. Пока, а ты с нами, может, дробилку, мы тебя запихнули. Ну давай. Ну все, уходим, друзья! Победа! Давай, Бобян, тоже прыгай туда. Да-да, вон хлопья полетели. Ну что ж, ребят, вот такой вот угарчик у нас получился. Мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Я повторюсь, друзья, это было бета-тест обновления, и поэтому было столько багов, лагов. Когда обновят полностью игру, мы, конечно, также запишем и поугараем уже с меньшим количеством лагов и с доработанной игрой, и будет, наверное, еще веселее. Ну а на этом у нас все. Я не забывайте, друзья, подписываться на наши каналы. Ссылочки на каналы Пэтсков найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Ну а с вами сегодня были Оверфони и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья! Адьё, чуваки!